Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme 8i включить режим «Не беспокоить». Для этого, в первую очередь, переходим в панель быстрого доступа и находим кнопочку «Не беспокоить». Тыкаем по не раз и можем переключать данный режим. Удержав на нем палец, можем открыть некоторые его настройки. Например, можем добавить для него расписание. Выбираем. Можем поменять название расписания, можем поменять время начала, время окончания. Можем выбрать, в какие дни оно будет повторяться. Также можем добавлять исключения в режим «Не беспокоить». Это могут быть уведомления, панели уведомлений, другие типы уведомлений, значки уведомлений. Это могут быть сообщения от всех, только от контактов, только от избранных контактов, или же вообще ни от кого. То же самое относится к вызовам. Также имеется функция «Звонок при повторном вызове». Если абонент перезвонит в течение 3 минут, этот звонок тоже будет добавлен в исключение. И также можем выключать звуки мультимедиа в режиме «Не беспокоить». И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!